Но все же площадки по продаже БУ вещей пользуются популярностью. Сегодня в наших социальных сетях мы спросили кировчан, какие бывшие в употреблении вещи они готовы покупать. Большинство ответили, что не созрели на приобретение товаров, которыми уже кто-то пользовался. Однако есть и те, кто готов. В лидерах оказалась бытовая техника, а также одежда и аксессуары. А что думают люди в нашем офлайн-опросе? Ульяна Ездакова отправилась на улицы города и получила весьма интересные ответы. Дешево и сердито. На одном из сайтов объявлений появилось предложение о продаже бывшей в употреблении бумаги. Цена вопроса – 100 рублей за килограмм. А какие бывшие в употреблении вещи в сложившейся непростой текущей экономической ситуации готовы покупать кировчане? Узнаем прямо сейчас. Я только этим и занимаюсь, потому что Renault Duster недавно купил бушный, но успел до начала это украинских всяких дел. Готов? А что именно? Да все. Например? Ну, что бытовая техника, любая техника производственная, она актуальна. Готовы покупать бушные вещи. А что именно? Да все. Что, например? Не знаю, машину, электронику, еще что-нибудь. Одежду, обувь? Одежду, обувь, наверное. Не задумывалась, несмотря какая вещь. Ну, одежда точно, обувь нет, электроника возможно. Не знаю, пока у меня нет такой необходимости. Честно говоря, в общем, сейчас не тот период, когда надо покупать что-то бэушное. Сейчас надо концентрироваться на других задачах однозначно. Одежда, верхняя. Бумагу, наверное, не буду, у нас есть черновики. Да, одежду точно, потому что, ну, я и сейчас схожу в секонд-хенды, часто покупаю одежду, потому что, не знаю, она мне даже больше нравится. Вот, поэтому, да, в принципе, я готова. А если и вы хотите выразить свое мнение, переходите в наши соцсети ВКонтакте, в Одноклассниках и Телеграм Девятки ТВ. Участвуйте в опросе, оставляйте комментарии. У нас много интересного. Ничего не пропустите.